Одинцовские единороссы посетили пункт сбора гуманитарной помощи, развернутый в Звенигороде. Они привезли подушки, одеяло и хозяйственные товары. Все это волонтеры направят беженцам из Донбасса. Принять участие в акции также мог любой желающий. Для этого в специальный павильон возле культурного центра имени Любови Орловой нужно было принести любые вещи из списка. А именно, постельное белье, подушки, одеяло, одноразовую посуду и приборы, теплую одежду или обувь по сезону, хозяйственные или гигиенические товары, подгузники и пеленки для детей и взрослых.